Все вы уже слышали о проекте Nakama Card, ведь это крупнейший коллекционный бот карточек по различным вселенным, которые вы сейчас видите на экране. Моя геройская академия, как самый сложный и проработанный пак, готова затмить вас 450 красочными карточками персонажей и не только. Я вот наконец-то смог заполучить себе моих любимых девочек Урараку и Тову, мистической редкости серьезного деку, а также Вызоо, пускай хоть где-то ему будет место. Nakama Card — это не только про коллекционирование, а еще и про соревнования с другими игроками, где ты сможешь заполучить себе карту противника. Поэтому если ты, да ты, еще не выбил своего любимого персонажа, не теряй зря времени и переходи по ссылке в описании и закрепленном комментарии. Не расстраивай всемогущего. Введение нового злодея в последней арке моей геройской академии. Все фанаты данного тайтла были буквально взбудоражены таким внезапным ходом мангаки, ведь многие ожидали короткого эпилога после окончания войны против ВЗО. Но Хори пока не собирается заканчивать мангу, вводя новые интригующие сюжетные линии, а также нового персонажа. Ну, как нового? Это уже известная нам личность, а именно Хисаши Мидория. И Деку будет очень огорчен, ведь новым послевоенным злодеем будет его отец. Так что давайте начинать данный видос. Но также напоминаю, что прочитать свою любимую мангу Манху Маньхуа вы сможете на remanga.org. Здорово, ребятки анимешники, у микрофона Зик. А вот ребята, которые оставили свой коммент под прошлым роликом. Ну а мы начинаем. Давайте для начала определимся, почему неизвестный персонаж может являться отцом Мидории. Первое и самое основное, что мне сразу бросилось в глаза, это волосы данного человека. На первый взгляд может показаться, что у него был прямой тип волос, но после, на следующем фрейме, мы видим то, что у этого персонажа кудрявые волосы. И чтобы найти больше сход с главным героем, взгляните просто на первые концепт-арты Деку от Харикоши. Уже только по первому сравнению с концептом и прической неизвестного персонажа находится поразительная схожесть. В особенности это хорошо заметно, если смотреть на их профиль, или же на втором фрейме становятся заметны похожие кудри, как на изначальном концепт-арте главного героя. Я когда только начал собирать информацию для этого ролика, сильно удивился, что первая же зацепка с начальным концептом Мидория окажется настолько подходящей к образу нового персонажа, показанного в 425 главе моей геройской академии. То бишь Харикоши, разрабатывая концепт Изуку Мидории, который в конечном счете был изменен на нынешний, вероятно создал образ отца ГГ Хисаши Мидории. Отойдя от этого разговора, не могу упомянуть мысли ребят под роликами, где затрагивалась тема отца главного героя, где многие говорили, что появление Пати Изуку не нужно в этой истории, ведь оно по сути по большему счету ни на что не повлияет. Так как спустя больше 400 вышедших глав, вот даже война с главным антагонистом закончилась, а о нем так и ни разу не упоминалось, кроме как в первых выпусках. Но вот еще в 2018 году на Комик-Коне Харикоши сказал, что отец главного героя обязательно появится в этой истории. И раз уж у нас началась финальная послевоенная арка манги, настало самое время наконец-таки ввести этого персонажа в повествование, которым возможно является этот новый неизвестный персонаж. Только взглянув на его тип волос, мы уже увидели поразительную схожесть с главным героем, а это лишь только начало. Из немногочисленного, что нам известно о Хисаши Мидории, это то, что он обладает причудой огненного типа и способен извергать пламя из своего рта. А смотря на нового персонажа, становится явно заметно, что его рот был чем-то прикрыт. Причем это, видимо, необычная ткань, так как она отличается от тех, вероятно, бинтов, которыми она была примотана к лицу. И раз уж она была на нем, то наверняка выполняла какую-то функцию, например, чтобы он не смог невольно никому навредить своей причудой. Поскольку, если обратить внимание на его правую руку, можно заметить почерневшие пальцы. И это явно не те травмы,
травмы, которую мы наблюдали у Мидори, когда он еще не мог справиться со своей мощью причуды одного за всех. Фаланги этого персонажа были будто обуглены или же обожжены. Возможно, он пытался снять повязку со своего лица руками, но из-за растерянного состояния или же по другим причинам он свои причуды причинил вред собственному телу. Так что теперь фрейм с трясущимися ножницами начинает набирать новый смысл. Ведь после того, как он обжег себе пальцы на руке, ощущая боль, этот персонаж дрожащими руками попытался срезать бинты этими самыми ножницами. Из этих слов всплывает закономерный вопрос. Получается, что отец Изуку, Хисаши Мидори, в данный момент не может контролировать свою причуду пламени? Это вам ничего не напоминает? Но да ладно. Также одним из важных вопросов является то, что сейчас он делает в Японии. Ведь Инка говорила, что он работает за границей, и тут уже у меня начинают закрадываться подозрения. Поскольку если бы Хисаши действительно работал за границей, чтобы прокормить свою семью, тогда бы мы замечали хоть какие-то созвоны. Ибо по-настоящему любящие пары порой и дня не могут провести, не созвонившись со второй половинкой. А тут с 4 лет его сына, о нем ничего не было известно, кроме причуды и того, что он якобы работает за границей. Это что получается? Инка соврала для того, чтобы ее сын не беспокоился о том, где и что сейчас делал его отец? Хоть нам и кажется, что это была самая банальная ложь по типу «твой папа был летчиком», но вероятно у нее была на это уважительная причина. И скорее всего, это как раз таки было связано с причудой Хисаши. Ведь если присмотреться на этот фрейм, то на этом персонаже можно заметить одеяние, похожее на смирительную рубашку, которую часто используют в тюрьмах моей геройской академии. Так неужели отец Деку успел что-то натворить, из-за чего его посадили в тюрьму? А вспоминая обещание Харикоши о том, что он обязательно введет в повествование отца Мидори, кажется, что у Хисаши будет совсем не другорядная роль. Ведь вероятно, он предстанет пред нами как злодей финальной арки манги. Поскольку если отец Деку все это время находился в тюрьме, то с началом плана ВЗО он, как и все злодеи, смог выбраться на свободу. Нам пока неизвестно, был ли он осужден за намеренное причинение вреда или же нет, но видя его слезы и то, как он идет по разрушенным улицам, предполагаю, что возможно Хисаши действительно может начать буйствовать и предстанет пред нами как новый злодей. Ибо во время его демонстрации наше внимание обращают на разрушенный дом, то возможно он считает, что из-за этой войны погибла его семья, что скорее всего и станет его к стимулом к становлению злодеем. Ну а тот, кто его остановит, будет как раз таки Изуку Мидори, которому наконец-то удастся не дать человеку полностью отчаяться и не стать злодеем, как это он хотел сделать с Тенка Шимурой. Так что, ребята, вот такие у меня возникли мысли насчет этого таинственного персонажа. Как вы считаете, является ли он отцом главного героя, или же это совершенно новый персонаж? Пишите свои мысли в комментариях. И также не забывайте, что прочитав свою любимую мангу, манху маньхуа, вы сможете на remanga.org. А на этом ролик подходит к концу. Пишите в комментариях, что вам понравилось, а что не понравилось, и несколько комментариев попадут в следующий ролик. Если тебе понравился ролик, тогда лайк и подписка для меня будет лучшей благодарностью. А также не забываем про колокольчик, ведь последнее время не всем приходят уведомления. Всем спасибо за ваш просмотр, мирного неба вам над головой, и всем пока-пока.